Приветствую всех на своем канале. И сегодня я хочу показать, как сделать вот такой воздушный бантик. Легко и быстро. Оставайтесь со мной. Я буду использовать вот такую ленту с люрексом шириной 2,5 сантиметра. И нам понадобятся отрезки 15 сантиметров. Для одного лепестка нам надо будет 3 отрезка ленты по 15 сантиметров. Нам нужна будет резиночка и фетровая основа. У меня это 4. 3 отрезочка ленты я складываю вместе и загибаю лицевой стороной внутрь. Пережимаю пинцетом и запаиваю. Вот что получилось. Теперь беру верхнюю ленту, на нее накладываю нижнюю ленту, сравниваю кончики и совсем нижнюю. Снова пережимаю пинцетом и запаиваю краешки. Со второй стороны делаю то же самое. Накладываю нижний на верхний. И вот таким вот образом. Вот что получилось. Теперь я соединяю два кончика вместе. Это можно сделать горячим клеем. Можно, я буду делать это на машинке. Одну сторону и вторую. Теперь вот эти внутренние краешки склеиваю горячим клеем. Капелька клея и накладываю наверх. Лепесток готов. Приклеиваем первый ряд лепестков. Приклеиваю лепесток один напротив друг друга. Друг против друга. И посередине приклеиваю еще 2 лепестка. Я приклеила 2 лепестка и еще 2 лепестка. Расправляем. Первый ряд готов. На кусочки фетра меньшего диаметра, у меня он 2,5 сантиметра, я приклею еще 3 лепестка. Предварительно я заколола иголочки, чтобы ровно получилось.
и по иголочкам вот так заколоть и приклеить. Один лепесток я приклеила. Второй. И третий. Клея не наносим много, совсем чуть-чуть, чтобы лепестки потом не склеились. Второй ряд готов. Теперь я приклею оба ряда. В серединочку наношу клея. Примеряю серединочку и вдавливаю ее туда. Серединочку я вклею цветочек. Как делать такие цветочки, есть на моем канале. Ссылочку я оставлю. И я заранее подготовила резиночку, которую приклею с обратной стороны. Я подклеила цветочек в серединочку и резиночку, и бантик готов. Он получился очень воздушный и красивый. Не забывайте ставить лайки и до новых встреч!